В эфире новости Анапа регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. На следующий год будем сеять полевую зимую пшеницу. Будем с хлебом. Анапские аграрии подвели итоги уборки урожая зерновых и наметили планы на будущее. Напомнить основные правила перехода проезжей части. Школьник на дороге. Во всех образовательных учреждениях города сотрудники ГИБДД проведут беседы и напомнят детям правила дорожного движения. Устроить праздник ко дню знаний и попрощаться с летом. Джунгли зовут. Дети из приемных семей получили подарок Дню знаний от Анапского парка аттракционов. И начнем с главного. Юрий Поляков сегодня провел прием граждан. Анапчане обращались к главе города-курорта с самыми разными вопросами. От благоустройства территории до проблем с подключением дома к газу. Игорь Богданов из хутора Чембурка пришел просить об установке детской площадки. Решение было принято на месте. Этим летом в городе и сельских округах появилось 11 игровых зон и 2 тренажерных комплекса, подаренных муниципалитету депутатами ЗСК. Сейчас на очереди установка второй партии. Одну из детских площадок установят как раз в Чембурке. С просьбой о помощи в газификации многоквартирного дома по улице Шевченко, 156 в Анапе, обратились к главе города жители. Чтобы выполнить все тех условия, нужно присутствовать собственников 100% квартир, а некоторые из них живут от Камчатки до Калининграда. Было принято решение подготовить письмо на ресурсоснабжающую организацию с просьбой подать газ в те квартиры, где уже проживают люди. Житель станицы Анапской рассказала о своей беде. Улицу Октябрьскую несколько лет назад отсыпали муровым щебнем. В дождь теперь здесь лужи, в жару пыль. Глава Анапы поручил управлению ЖКХ включить улицу в формирующийся на следующие годы график, а пока помочь с хорошим гравием. В технополисе «Эра» откроют лабораторию прорывных технологий. В нем будут разрабатывать комплексы вооружения. Как говорится на сайте технополиса, открыть лабораторию решили из-за потребности в организации тесного сотрудничества с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России. Это позволит значительно сократить сроки разработки аппаратуры. Перед лабораторией стоят задачи, предполагающие создание комплексов вооружений, не имеющих отечественных, а возможно и зарубежных аналогов. Решение этих вопросов потребует тесного взаимодействия с другими тематическими подразделениями технополиса. Открытие лаборатории запланировано на ноябрь текущего года. Осторожно, школьник! Внимательными на дороге с началом учебного года должны быть не только водители, но и дети. В Анапе стартовал новый проект, организаторами которого стали сотрудники ГИБДД. В течение недели специалисты посетят все школы и детские сады города-курорта, чтобы напомнить юным пешеходам правила дорожного движения. Еще год назад Настя была просто школьницей. Сегодня она юный инспектор дорожного движения. Званием этим гордится и охотно делится полученными знаниями со своими одноклассниками. Мы рассказываем детям о том, как правильно надо переходить дорогу и как правильно знаки обозначаются. Я хочу помогать людям, чтобы они, получается, не попадали в аварии. В 6-й школе есть отдельный кабинет для проведения занятий по изучению правил дорожного движения. Есть и специальный велотренажер и магнитное панно, которое позволяет наглядно подать материал. Благодаря занятиям в этом классе мы за последние 2 года добились снижения показателей аварийности с участием несовершеннолетних. В конце занятия детям раздали памятки и светоотражающие значки. По статистике, это на первый взгляд простая наклейка, снижает вероятность аварии на 70%. Госавтоинспекция призывает родителей провести дополнительные беседы с детьми по соблюдению правил дорожного движения, напомнить основные правила перехода проезжей части, обязанности велосипедистов, а также при перевозке детей применять ремни безопасности и детские удерживающие устройства. В первую учебную неделю сотрудники ГИБДД и отдельные роты ДПС побывают во всех школах и детских садах Анапы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион. Дети из приемных семей получили подарок Дню знаний. Администрация города договорилась с парком джунглей о том, чтобы предприниматели выделили для них бесплатные абонементы, которые позволяют прокатиться на всех аттракционах. О социально ответственном бизнесе и простых детских радостях в нашем материале.
Этот парк уже стал визитной карточкой Анапы. О самом большом на Черноморском побережье и колесе обозрения знают не только в Краснодарском крае, а еще здесь десятки самых современных аттракционов. В минувшие выходные на них можно было прокатиться совершенно бесплатно. Было принято решение пригласить сюда детей и семей, находящихся на контроле у социальных служб. Сотрудничаем просто хорошо с руководством парка. Они вот подарили такую возможность для наших детей устроить праздник ко Дню знаний и попрощаться с летом. В семье Моториных 9 приемных детей. В этом парке впервые. Подобные развлечения для их семейного бюджета обременительны. По однодневному абонементу у них есть возможность сегодня кататься на любых аттракционах. Малыши сразу выбирают яркие мультяшные аттракционы, ребята постарше – карусели. Мы успели на линейку в школу и получили невероятный подарок от нашей администрации. Это пригласительные билеты на такой замечательный вот сказочный парк, который недавно построен был в нашем городе. Дети счастливы, смеются, радуются, визжат от удовольствия. Это очень хороший подарок для нас. Елена Моторина сегодня занимается поддержкой и других детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По поручению главы города этой семье было выделено помещение для клуба. Свою работу он начнет уже в сентябре. На базе этой творческой студии будут работать кружки по различным направлениям, причем абсолютно бесплатно. Руслан Душевский, Анапа регион. И еще одно интересное мероприятие состоится в нашем городе-курорте уже совсем скоро. Фестиваль детских команд КВН. Искрометный юмор и зарисовки из жизни школьников можно будет увидеть с 18 по 25 сентября. В Анапу приедут почти 150 команд из разных городов России, от Калининградской области до Приморского края. Три школьные команды представят на фестивале «Пермский край». Ожидаются участники из Беларуси. На фестивале для детей организуют мастер-классы и учебные занятия по теории КВНовских игр, практике современного КВН, имиджу команды, актерскому мастерству, сценографии и режиссуре. Занятия проведут участники команд и редакторы телевизионных лиг Международного союза КВН. Финал всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» стартовал в детском центре «Смена». Организатором мероприятия стало Министерство просвещения и спорта России. В президентских состязаниях участвует команда, состоящая из учеников одного класса различных школ. Соревнования проводятся в 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Президентские состязания – самые массовые спортивные мероприятия России. Их школьный этап объединил более 11 миллионов учеников. На заключительный всероссийский этап в смену приедут около 1800 обучающихся 10 классов практически из всех регионов России. Программа президентских состязаний состоит из основных и дополнительных видов. В обязательную программу входят спортивное многоборье, эстафетный бег, творческие и теоретические конкурсы. Школьники могут продемонстрировать мастерство и в дополнительных видах программы – плавание, бадминтоне, баскетболе, мини-футболе, шахматах и самбо. Для детей будут организованы встречи с олимпийскими чемпионами и ведущими спортсменами страны, мастер-классы по различным видам спорта. Торжественное открытие президентских состязаний состоится завтра во Всероссийском детском центре «Смена». Стать участником одного из крупнейших кинофорумов страны могут жители и гости Анапы в эти дни. На курорте продолжается киношок. Не пропустите самые интересные фестивальные события. Завтра в 14 часов в киноцентре «Монитор» на Красной площади пройдет показ фильма для детей «Тум-паби-дум». В 15:00 на площади перед городским театром вас будет ждать прямой эфир. Создатели фильма встретятся со зрителями. В 15:30 в гортеатре показ ленты «Арена для убийства». В кинотеатре «Мир кино» в 15 и в 17 часов художественные и документальные фильмы конкурсной программы. В 18:00 в Доме культуры станицы Анапской пройдут творческие встречи с популярными актерами театра. Кино. А в 19 часов в рамках программы ТВ-шок в городском театре можно будет посмотреть ленту «Аниматор». На театральной площади покажут комедию «Я худею» начало в 21:00. Следите за анонсами и не пропустите все самое интересное. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным.